Много писали и вспоминали о подвигах кадрового офицера Бекхана Халухаева. Но сегодня поводом этой передачи послужило то, что сыновья Бекхана решили передать в музей МВД все ценные материалы и вещи. Давайте заглянем в прошлое и вспомним Бекхана. Тяжелой, безрадостной была жизнь на Кавказе. Несправедливость, гнет, власть имущих лишали народ самых элементарных прав. Не случайно призыв к борьбе за новую жизнь и светлое будущее ингуши восприняли с радостью. Именно в эти дни и отправился Алибек Калухаев из ингушского села Плиева на север с сыном Бекхана. В отряде, куда они попали, оказалось немало односельчан. Воевали отец и сын храбро. Вскоре Алибек Калухаев возглавил ингушский красный отряд. Отец наш, подполковник Бекхан Алибекович Халухаев, был вместе со своим отцом Алибеком Бурсуговичем за установление, становление советской власти на Северном Кавказе, так, участников августовских боев в Грозном и дальнейшая служба на территории Северокавказского военного округа. Вот здесь все на столе немножко показано. Вся его боевая деятельность. Был высокоэрудированный, мужественный человек. И кое-что от него передалось и нам. Так? Он всегда хотел, чтобы его сыновья тоже пошли по его стежке дорожке. И вот мы с братом Асламбеком тоже закончили Суворовское училище, общевойсковые академии. Потом пошел младший Заурбек. И получилось как бы династия. Дед, командир Халухаевской сотни, отец его, ну, его сын, наш отец, и вот сыновья отца. Вот так. И мы решили передать часть документов в наш музей, чтобы на этом учить наше молодое поколение, чтобы она знала историю Чечены и Ингушетии, так, и чтобы были достойными мы все своей республики в делах, в действиях. Вот отец еще в бытность перед войной, вернее, в ходе войны, был направлен начальником оперативно-чекистской школы в город Свердловск, это ныне Екатеринбург. Там вот открылся музей тоже, и как один из основателей этой школы, тоже его ряд документов там переданы, они там находятся. Вот. Это потом школа занималась активно, принимала участие в годы Великой Отечественной, и он в том числе по обороне Москвы. И он как офицер, чекист, также свой вклад внес в дело победы нашего народа в годы Великой Отечественной. Вот рассказывал вам отец, почему он выбрал эту профессию? Да. Почему его? Ну, прежде всего, вы же знаете ингушского народа историю. Она проходила в трудных, имела трудные этапы становления. Царский режим и так далее. Окраины России, угнетение. И советская власть открыла страницу в развитии нашего народа, Чечены и Ингушетии, и других народов. Единственное государство для народа, которое непосредственно пришло к власти и управляло своими республиками. Это и Кабардино-Балкария, и Адыгея, и Ингушетия, и Чечня, и Северная Осетия, и Дагестан. Непосредственно они сами взяли власть в свои руки. Так это по истории? Так.
следовательно, и включились в дело управления этими республиками сами эти же народы, выходцы из беднейших крестьянских трудовых слоев. Вот одними из тех, наряду с другими видными позже деятелями, как вот Саутиев, там Эльдерханов, Бексултан Костоев, Чебиев, Иглу, ну, Асланбек Шарипов там в Чечне, Бековы, Мальсаговы, ну и так далее. Был и наш дед Алибек Халухаев. Он возглавил ингушский кавалерийский отряд, который оперировал вот на Северном Кавказе в направлении там Владикавказ и туда Грузии. Этот отряд был под руководством Серго Орджоникидзе, Бутырин, Киров, это те революционеры тех времен. И активное участие они принимали в разгроме деникинских воинских частей, которые пытались реванш взять за то утраченное в царское время. Отец наш, то есть сын Алибека деда, возглавлял сотню кавалерийскую в его же отряде. Вот. Там в боевой состав ходило примерно 1200 человек, всадников, кавалеристов. Ну и, соответственно, совместно с другими частями они участвовали с Грозненским революционным батальоном под руководством, там Дьяков был. Вот. Они участвовали в августовских событиях города Грозного. Это 100-дневные знаменитые бои, где грозненский пролетариат наряду с ингушскими отрядами и казачьими частями, которые перешли на сторону совласти, разгромили вот эти все белогвардейские формирования, которые пытались реваншем вернуть себе утраченное, и все, и была установлена прочность советской власти. О чем Серго Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар Юга России, доложил Ленину по прямому проводу, что в советском Северно-Кавказском крае прочно установлена советская власть. И народ приступает к очередному этапу, мирному строительству жизни. Семья Бекхана Халухаева после войны проживала, как и все ингуши в Казахстане, в городе Алма-Ате. Подрастали сыновья Бексултан, Асланбек и Борис, дочери Розалия, Тамара, Луиза, Рая и Лариса. Но как ни тяжелы были послевоенные годы, семью Халухаевых никогда не покидало веселье. Вскоре у Халухаевых родились дочери Фариза и Алмаза и сын Заурбек. С уважением смотрели на Надежду, награжденную тогда орденом «Мать Героиня». Часто рассматривали они отцовские фотографии военных лет, с интересом слушали рассказы Бекхана Алибековича о лихих кавалерийских атаках, о жестоких боях с фашистскими захватчиками. Никто не удивлялся, когда старшие сыновья Бексултан и Асланбек изъявили желание поступить в военное училище. Вскоре мечта их сбылась. С гордостью смотрел на своих сыновей, красивых молодых парней в военной форме отец. Значит, теперь есть кому продолжить эстафету деда и отца. Боевой путь старшее поколение. В письмах родным Бексултан и Асланбек никогда не жаловались на трудности, старались наполнить их теплотой с самыми лучшими пожеланиями. Этапы становления родового клана, или как это сказать, вот и оно и пошло. Сначала дед, потом отец передал нам, вот мы сидим. Отец знал, что служба эта тяжелая, сопряжена со многими трудностями. Вот сама девушка сидит, капитан, это что же труд? Если девушки наши вон в мундирах сидят, почему бы нам не перехватить эту инициативу? Ну как он это сравнивал, как это он видел, почему это... Ощущение. Значит, вы знаете, что жизнь государства всегда
течет таким образом, что вокруг его аккумулируются какие-то внешние силы, которым надо противостоять. Для этого создаются формирования. А из народа мать Родина, как соки, выбирает себе защитников вот примерно вот в таком виде. И отец, конечно, зная, что рано или поздно предстоит сынам защищать Родину, предложил нам выбрать вот эту стезю. И для этого вот в Осетии был командующий, генерал армии Плиев. Он друг был отца. Они как-то с ним встретились. Он говорит, вот, например, Бексултан. Чем они занимаются? Да ничем, говорит, вот, корову гоняет. Так, отвези их туда, в Суворовское училище, кратко экзамен, туда-сюда, и все, пусть будут военные. Так и сделали. И вот меня его туда отправили. В Суворовское училище мы окончили. Затем он Одесское высшекомандное, а я Московское высшекомандное общевойсковое имени Верховного Совета. Затем я лично окончил военную академию имени Фрунзе в Москве. И жизнь у меня пошла военная. Советником был в Юго-Восточной Азии. Служил в штабах больших, в Уральском военном округе, в штабе, в Северо-Кавказском округе, в штабе округа, ну и в других округах нашей страны. Но у вас были такие моменты, минуты, когда вы пожалели, что пошли? У меня был один момент, что я жалел, что я раньше не пошел. Да, надо было идти раньше. Вот, но все равно... Конечно, бывают всякие минуты сомнения, но дело, которое в общем стоит перед нами, дело защиты Родины, это основное дело. В многодетной семье Халухаевых родилась еще одна девочка. Как назвать дочку, возник вопрос на семейном совете у Халухаевых. Как и у всех советских людей, было еще свежо в памяти воспоминания о недавнем визите в Советский Союз премьер-министра Республики Индия в нашу страну. Гость приехал с дочерью Индиры. Давайте назовем дочурку Индиры в честь Индиры Ганди. На том и остановились. Через несколько дней в далекую столицу Индии полетела телеграмма. Вскоре пришел ответ. Дорогая Надежда Магомедовна Халухаева, отец просил меня ответить на вашу телеграмму. Мы очень обрадовались, узнав о том, что вы назвали дочь Индирой. Я надеюсь, что она вырастет красиво и с особым теплым чувством к нашей стране. Ваша семья – это ваше счастье, так как я являюсь единственной дочерью у своих родителей. Я могу оценить веселье и дружбу вашей семьи. Не забывали маленькую девочку, названную красивым и гордым индийским именем в далеком Южном Дели. Вскоре по личной просьбе Неру и Индиры Ганди в доме у Халухаевых побывал находившийся тогда в Советском Союзе чрезвычайный полномочный посол Республики Индии Менон. Гости из Индии с интересом узнали о жизни необычной семьи, о заслугах Халухаевых в революционном прошлом. И вот настал момент расставания. Много подарков, переданных тогда послом от Индиры Ганди, хранят в семье Халухаевых и сегодня. Мы решили в музей наш, ингушский, в музей Министерства внутренних дел, который, передать часть документов. Это боевые награды отца, деда. Вот. Вот тут вот на портрете, вот видите, награды на черкесках, да. Документы орденские, боевые документы деятельности военной и альбомы, в которых вся эта деятельность означена. Вот, например, так вот, видите, вот он сидит в середине, а это Владимирские курсы оперативно-чекистской школы. Вот. Вот дед Алибек черкесский сидит. И других тут родственников, которые сопряжены были по службе и участки принимали в годы Великой Отечественной войны и так далее. Там были моменты по ликвидации некоторых моментов,
связанные с защитой Родины. Вот это мы все передадим, чтобы наше будущее поколение уже наряду с нами питалось от того опыта, который имели наши предшественники, наши родители и старшее поколение, и воспитывалось на тех традициях, и чтобы преемственность тех поколений перешла в поколение молодое. Вот мы все втроем служили во многих гарнизонах нашего бывшего Советского Союза. Являлись представителями нас, ингушей. Через наши руки прошли очень большое количество как личного состава, так и всевозможных там, руководителей местных органов власти и так далее, там, где мы бывали. Мне пришлось служить. В основном так лет 12 провел в Германии, в должностях военного коменданта гарнизона. Вот даже немецкий народ знает о нас, об ингушах. Вот частично мы это все, то, что в музей передаем, оно, конечно, и у меня там находится, дома. Это все дело будет постепенно заполняться. Сразу все не притащит там целую машину. Ну вот там все это дело так всегда показывалось. Все. И так. Вот в Ростове командовал крупным кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Челенко. Это его был боевой друг, вот, герой России. Вот из всех своих боевых соратников, товарищей, с которым он там по минувшей войне имел службу, он выделял и всегда подчеркивал именно боевые качества нашего отца Бекхана Алибековича, тоже участника войны. Вот он говорил: настоящий горский боевой товарищ всегда в бою был впереди, как Чапаев на лихом коне, всегда поддерживал своих младших товарищей, оказывал помощь и в обучении всегда старался именно такие человеческие качества, чтобы проявлялись в этих в подчиненных его людях, чтобы не черствая душа была. Вот это вот он лично мне говорил. Дальше, вот в Житомирской кавалерийской дивизии Журба тоже был видный такой украинский боевой генерал. Он до сих пор даже пишет письма нашей матери, Надежде Халухаевой. И почти в каждом своем послании он там именно подчеркивает боевые такие качества нашего отца, которые он до сих пор не может забыть. Я вам это достал. Да, это вот тоже передаст. Ну и вот даже иногда вот на даче или где там встречаются соседи, которые когда-то служили. Вот проходят, остановятся обязательно, на нас посмотрят: о, как вы похожи там на своего отца внешне. И разговор когда завязывается, и опять сразу их вся память уходит в годы военных этих. Если подсчитать общий стаж службы Халухаевых в вооруженных силах СССР, более 90 лет. В Грозном в 1917-м добровольно вступил в Красную армию Алибек Халухаев. Отважно сражался с врагом его сын Бекхан, кадровый офицер, участник гражданской и Великой Отечественной войн. Трое сыновей Бекхана Алибековича Халухаева служили в рядах советской армии. История этой семьи неразрывна с революционным прошлым нашей Родины. Связь рода Халухаевых с армией продолжается.
вот такой, как у него. Он... имена ваши. Так, Ухаев Бексултан. Вы все братья, да? Слайбек. Золбек. У нас пять братьев. Трое. Борисович. Борис. Да? Что за гражданство? Да, гражданство. Да? Мария. Ну, они служили. Потом по очереди. Да. Сейчас я... А вопросы в каком? Ну, почему сегодня вы решили передать? Ладно. Бексултан, вот я вижу, что много фотографий, ценных бумаг, наград вашего отца. Вот почему сегодня вы решили все это передать музею? С чем это связано? 10 ноября, в день милиции, и в этот день мы решили передать в музей некоторые документы, касающиеся деятельности и службы нашего отца Бекхана Альбековича и продолжение его так, братьев. Так. Это вот наглядно будет показано в нашей ингушской истории, как вот чем занимался. Иногда бывает, показывают те вещи, которые ну, не были в действительности. Это я наблюдал по телевизору. Так, а здесь, естественно, все как оно было от начала до конца. Отец наш, подполковник Бекхан Альбекович Хлухаев, вот, был вместе со своим отцом Алибеком Бурсуговичем за установление советской власти на Северном Кавказе, так, участников гусповских боев в Грозном и дальнейшая служба на территории Северокавказского военного округа. Вот здесь все на столе немножко показано, вся его боевая деятельность. Был высокоэрудированный, мужественный человек, и кое-что от него передалось и нам. Да? Он всегда хотел, чтобы его сыновья тоже пошли по его стежке дорожке. И вот мы с братом Асламбеком тоже закончили Суворовское училище. Общевойсковые академии. Потом пошел младший, Зурбек, и получилась как бы династия. Дед, командир Халухаевской сотни, отец его, ну его сын, наш отец, и вот сыновья отца. Вот так. Мы решили передать часть документов в наш музей, чтобы на этом учить наше молодое поколение, чтобы она знала историю Чечено-Ингушетии, так, и чтобы были достойными мы все своей республики в делах, действиях. А раньше в каком-либо музее хранились его документы? Да. В музее в Грозном. Что вы? Да. В музее в Грозном был музей. Так, он был и дед, наш дед, его отец. Так, в Мужичах, Джейрахи. И вот теперь более расширенно будет здесь у нас
да, в Магасе, в Назарыме. Ну, надо показать. Сюда? Вот. Добавим сейчас. Вы сюда присядьте. Так. Вот отец бытность перед войной, вернее, в ходе войны, был направлен начальником оперативной чекистской школы в город Свердловск, как ныне Екатеринбург. Там вот открылся музей тоже, и как один из основателей этой школы, тоже его ряд документов там переданы, и они там находятся. Вот. Это потом школа занималась активно, принимала участие в годы Великой Отечественной, и он в том числе по обороне Москвы. И он как офицер, чекист, также свой вклад внес в дело победы нашего народа в годы Великой Отечественной. Вот рассказывал вам отец, почему он выбрал эту профессию? Да. Почему? Ну, прежде всего, вы знаете ингушского народа историю. Она проходила имела трудные этапы становления, царский режим и так далее. Окраины России, угнетения. И советская власть открыла страницу в развитии нашего народа, чечено-ингушетии, и других народов. Единственное государство для народа, которое непосредственно пришло к власти и управляло своими республиками. Это и Кабардино-Балкария, и Адыгея, и Ингушетия, и Чечня, и Северная Осетия, и Дагестан. Непосредственно они сами взяли власть в свои руки. Так это по истории? Так. Следовательно, и включились в дело управления этими республиками сами эти же народы, выходцы из беднейших крестьянских трудовых слоев. Вот одними из тех, наряду с другими видными позже деятелями, как вот Саутиев, там Эльдерханов, Бексултан Костоев. Чевиев, Иглу, Асланбек Шарипов там в Чечне, Бековы, Мальсаговы, ну и так далее. Был и наш дед Алибек Халухаев. Вот он слева в Черкес. Он возглавил ингушский кавалерийский отряд, который оперировал вот на Северном Кавказе в направлении там Владикавказ и туда в Грузию. Этот отряд был под руководством Серго Орджоникидзе, Бутырин, Киров, это те революционеры тех времен. И активное участие они принимали в разгроме деникинских воинских частей, которые пытались реванш взять за то утраченное царское. Отец наш, то есть сын Алибека, возглавлял сотню кавалерийскую в его же отряде. Вот. Там в боевой состав входило примерно 1200 человек всадников кавалерийских. Ну и, соответственно, совместно с другими частями они участвовали с Грозненским революционным батальоном под руководством, там Дьяков был. Вот. Они участвовали в августовских событиях Грозного. Это 100-дневные знаменитые бои, где грозненский пролетариат наряду с ингушскими отрядами и казачьими частями, которые перешли на сторону совласти, разгромили эти все белогвардейские формирования, которые пытались реваншем вернуть себе утраченное, и все, и была установлена прочная советская власть. О чем Серго Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар Юга России, доложил Ленину по прямому проводу, что в советском северно-кавказском крае прочно установлена советская власть.
И народ приступает к очередному этапу мирному строительству жизни. Ну вот работать. И вот как этапы становления родового клана, или как это сказать. Вот и оно и пошло. Сначала дед, потом отец, потом отец передал нам, вот мы сидим. Ну вот работать, служить в органах, в военной части, это же очень важно. Да. Почему он все это через это прошел и посоветовал вам? Как вы думаете, почему? Значит, самый простой путь – это лежать на кровати и смотреть телевизор, правильно? Да. И слушать сказки бабушки. Ну, обычно дети же легче советуют. Да. Отец знал, что служба эта тяжелая, сопряжена со многими трудностями. Вот сама девушка сидит, капитан, это что же труд? Если девушки наши вон в мундирах сидят, почему бы нам не... перехватить эту инициативу. Ну как он это сравнивал, как это он видел, почему это ощущение? Значит, вы знаете, что жизнь государства всегда течет таким образом, что вокруг его аккумулируются какие-то внешние силы, которым надо противостоять. Для этого создаются формирования, а из народа мать Родина, как соки, выбирает себе защитника, вот примерно вот в таком виде. И отец, конечно, зная, что рано или поздно предстоит сынам защищать Родину, предложил нам выбрать вот эту стезю. И для этого вот в Осетии был командующий, генерал армии Плиев, он друг был отца, они как-то с ним встретились, он говорит, вот, например, Бексултан, чем они занимаются? Да ничем, говорит, вот, корову гоняют. Так, отвези их туда, в Суворовское училище, туда-туда экзамен, туда-сюда, и все, пусть будут военные. Так и сделали, и вот меня его туда отправили. Суворовское училище мы окончили. Затем он Одесское высшекомандное, а я Московское высшекомандное общевойсковое имени Верховного Совета. Затем я лично окончил военную академию имени Фрунзе в Москве. И жизнь у меня пошла военная. Советником был в Юго-Восточной Азии. Служил в штабах больших. В Уральском военном округе в штабе, в Северо-Кавказском округе, в штабе округа, ну и в других округах нашей страны. У вас были такие моменты, минуты, когда вы пожалели, что пошли? У меня был один момент, что я жалел, что я раньше не пошел. Да. Надо было идти раньше. Вот. Но все равно, конечно, бывают всякие минуты сомнения. Но дело, которое в общем стоит перед нами, дело защиты Родины, это основное дело. Одно дело сейчас там челноки, базары и прочее, что сейчас наша страна это имеет. А другое дело, это военное дело. Вот вы знаете, сейчас большую работу проводят органы Министерства обороны, внутренних дел, РУБОПы, ОМОН и прочее. Есть работают. А у нас работает армия. Российская армия. Вот. И в любое время, как потребуется, мы как один встанем на защиту нашей Родины. Сейчас можем уже уходить в резерв, в запас, но все время на запасном пути мы готовы. Вот. Поэтому мы посоветовались с братьями. У нас еще и другие братья, но вот не подъехали. Мы решили в музей наш, ингушский, в музей Министерства внутренних дел, который, передать часть документов. Это боевые награды отца, деда. Вот, вот тут вот на портрете, вот видите, награды на черкесском. Да.
документы орденские, боевые документы деятельности военной и альбомы, в которых вся эта деятельность означена. Вот, например, как это, видите, вот он сидит в середине, а это Владимирские курсы оперативно-учительской школы. Вот. Вот Деда Лебед Черкесский сидит. И других тут родственников, которые сопряжены были по службе и участки принимали в годы Великой Отечественной и так далее. Там были моменты по ликвидации некоторых моментов, связанных с защитой Родины. Вот это мы все передадим, чтобы наше будущее поколение уже наряду с нами питалось от того опыта, который имели наши предшественники, наши родители и старшее поколение, и воспитывалось на тех традициях, и чтобы преемственность тех поколений перешла в поколение молодое. Вот об этом речь идет. Да. Случаи какие-то интересные рассказывал, когда воевал там или где-то участвовал. Ну вот, самые такие запоминающие моменты, которые вам отец рассказывал, где-то он встречался, где-то воевал. Что вам запомнилось больше всего? Мне запомнилась вон та книга, там есть история формирования регулярной Красной Армии, состоявшей в основном из горцев Северного Кавказа. Вот я ее как следует изучил. Вернемся к этому событию. Понял. Теперь, значит, я то, что мы сейчас братья изложили, да? Они более углубленно все это изложили. Давайте практически ничего. Вот. Ну, я бы хотел бы такой момент подчеркнуть. Вот мы все втроем служили во многих гарнизонах нашего бывшего Советского Союза. Являлись представителями нас, ингушей. Через наши руки прошли очень большое количество как личного состава, так и всевозможных руководителей местных органов власти и так далее, там, где мы были. Мне пришлось служить в основном так лет 12 пробил в Германии, в должностях военного коменданта гарнизона. Вот даже немецкий народ знает о нас, об ингушах. Вот частично мы это все, то, что в музей передаем, оно, конечно, и у меня там находится дома. Это все дело будет постепенно заполняться. Сразу все вытащит в целую машину. Ну вот там все это дело так всегда экспонировалось. Показывалось все. Ну вот в детстве, когда вас отец воспитывал, столько мужиков было дома. Да. Главное, что он вам советовал, какой он был в характере? Я был, когда еще наш покойный отец еще живой был, я был совсем маленький. Да? Тогда мне было лет 9. Ну, что-то же Но, было. Глядя на отца, на своих братьев, когда были суворцы, у меня эта мечта закралась, и буквально уже позже время. Я поступил в Бакинское военное училище, закончил его и был на командировке на правду. Ну, какой характер у него? У него расскажите, что у отца? Да. Мягкий он был, жесткий. Но коли он родил 15 детей, то это значит уже мягкий. Ну, когда, значит, в годы гражданской Великой Отечественной войны тоже решал свои задачи, он был жестоко боевым. Все. Ну кто еще может что-то помнить? Чтоб о нем, именно о отце, в характере. Ну, я вот передам то, что мне говорили его сослуживцы.
Вот в Ростове командовал крупным кавалерийским корпусом генерал-лейтенант Челев. Это его был боевой друг, герой России. Вот из всех своих боевых соратников, товарищей, с которым он там по минувшей войне имел службу, он выделял и всегда подчеркивал именно боевые качества нашего отца Бекхана Алибековича, тоже участника войны. Вот он говорил, настоящий горский боевой товарищ всегда в бою был впереди, как чипают на лихом коне, всегда поддерживал своих младших товарищей, оказывал помощь и в обучении всегда старался именно такие человеческие качества, чтобы проявлялись в этих подчиненных, чтобы не через черствая душа была. Вот это вот он лично мне говорил. Дальше, вот в Житомирской кавалерийской дивизии, в Журба тоже был видный такой украинский боевой генерал. Вот до сих пор даже пишет письма нашей матери, Надежде Колухаевой. И почти в каждом своем послании он там именно подчеркивает боевые такие качества нашего отца, которые он до сих пор не может забыть. Я вам это достал. Да, это вот тоже передается. Ну и вот даже иногда вот на даче или где там встречаются соседи, которые когда-то служили. Вот проходят, остановятся обязательно. На нас посмотрел, о, как вы похожи там на своего отца внешне. И разговор, когда завязывается, и опять сразу их вся память уходит в годы военных и прошлые революционные дела, и войны минувшие. Вот, и опять начинается все это по-новому, как говорится. Вспоминают, как они были. Дни военной службы. Вот. И сожалеют, что так короткая жизнь у людей, что оставляют этот мир. Но передается все вот сюда. Посмотрите, вот иконостас на грудях, как говорится. Вот. Это вот я хотел бы добавить. Нет, и память древа. Генеалогическое древо, да, жизни. Да. Это нашего тейпа, род Халухаевых. Это я лично подготовил для вас, чтобы вы это. Вот отсюда идет это начало. И вот все, видите, вы говорите, какое имеет там значение старшего поколения в развитии младших. Вот, пожалуйста. Вот отсюда началось, а уже вон сколько потомков пошло. Mm-hmm. Вот. Это только одна фамилия Халухаева. И я думаю, что... Mm-hmm. Да. И тут вот каждый, у каждого уже свои дети, и у каждого своя судьба. Но эта вся судьба объединена вот на этом листе. Mm-hmm. Вот так. Ну что, будьте. Задайте вот. Я слышала, я знаю, но в органах работала ваша тут, какие годы, и как, где? Значит, служба нашего отца, она была сопряжена со многими родами войск. Прежде всего, в революционные годы он командовал кавалерийскими частями. Уже позже, когда были сформированы рабоче-крестьянская Красная Армия, это еще предвоенный период, он командовал частями в Красной Армии, и уже в предвоенные годы он перешел в органы оперативно-чекистские, в органы МВД, как по-нашему. Значит, это было связано с тем, что
страна формировала новые вот эти вот структуры, и в число этих они брали из армейских частей наиболее подготовленных, требовательных командиров и способных повести дальше дело уже в новых структурах. И вот наряду с другими, как, например, Идрис Алиев, Индиев, этот, сейчас вот выбежит. Ну, вы помните, кто там еще? Ну, вот он все время говорил, он говорит, как вот это. Ханиев, да? Да, Ханиев. Вот. Они были все направлены в эти органы. И Чабиев, Эльдархан, как-то. И мой отец был направлен в части особого назначения, которые оперировали в Дагестане, там и других вот в Осетии и у нас. А уже позже командовал оперативно-чекистских школах Свердловска, Новочеркасске и во Владимире, под Москвой. Там была школа начальствующего состава, где они готовили кадры уже непосредственно для органов НКВД и дальше МВД, и МГБ и так далее. Вот. О его этой деятельности говорит, что он был награжден орденами Красного Знамени, почетными знаками чекистов, ВЧК, ОГПУ, такие были знаки введены. Ну и другими наградами, грамотами в ЦИК, Министерство обороны. И последние годы он где работал? В последнее время он работал в Совете министров, в комитете оргнабора, там это... А заводделом. Заводделом, да, все эти министры. Оргнабора и переселения рабочих. И организовывал... Распределял 57-8 года Чечен ингушский народ там, где он проживал и до войны, до 44-го года. И народ, когда мы сейчас вот встречаемся, приятно слышать, что вот благодаря вашему отцу мы живем вот в Слепцовске, место кинозрани и так далее. И вот он помогал не так словом, а ну и делом. Денежные средства на обустройство в этих селениях. Даже вот такой один случай был в Слепцовске, когда пришли, пожаловались ингуши, говорит, вот там начальник милиции не пускает нас, так? И выразился против отца там какими-то словами. А, хорошо, закрывать кабинет, поехали. Приезжает в Слепцовск, сидит этот начальник, вот. Или майор, или подполковник. Так, ты чем здесь занимаешься? Так, а вот кто такой? А я вот такой. Показывает свое удостоверение. Так, ты почему вредишь здесь? Вот народ жалуется, а ты их выгоняешь. А так оно и будет. Был его ответ. А он берет, ну как залепил сюда пощечину. А ну давай включай сейф. Так, марш отсюда, с кабинет вытурил, ушел. Все. И народ смотрел, говорит, значит, вот дело идет. И пошел вместе со своей комиссией, так, ты вот здесь жил, так, здесь, ты здесь, ты здесь, распределял. И
денежные на обустройство выдавали его сотрудники, каждой семье, вот, то, что они потеряли в 44-м году. То есть он очень любил, уважал свой народ, стоял за него горой и тем же отплачивал народ тоже ему с уважением, с любовью. Мосол! А? Что это для вас значит? Ну, руководством было принято создать музей в этом году, музей истории ингушской милиции. И мы обратились к населению об оказании помощи в создании музея для представления нам экспонатов, для представления информации нам о наших деятелях, о наших... Вот Хлухаеве, сами к вам пришли, или вы их нашли? Как это у вас связалось, а? Чья была идея? Ваша идея была или их, чтобы вы передали все документы своего отца в музей? Ну, мы... Хаву Хашиеву. Да, по-моему, мы нашли где-то, нашли Хаву, да. Да. Ну, ваша идея была. А нашли они фотографии, нашли, да, мы нашли фотографии в Жайрах и в Мужичах, там, да, да, были, ездили. И потом вышли на нас. И вышли вот на них, так, отказывали. И они, в Жайрах, в музее что-то хранилось? Да, да, там, а что конкретно было? Там мы нашли фотографии. Нашли статью в газете, старой газете. Портрет деда. Да. Еще революционные события там. Вот. А Орджоникидзе там, а вот Бутырине есть это, материалы. В числе их как раз там и наш дед, так как он был участник этих же событий и вместе с ними принимал участие в становлении власти на Кавказе. Поэтому туда передали. А отряды уходили в меньшевистскую Грузию, когда период реставрации, как говорится. Вот. И на этом пути был Мужичи, где они останавливались. Верно? Mm-hmm. Вот. И поэтому там этот музей был организован. Вот. МВД как раз и решило теперь расширять свою экспозицию и организовать музей. И мы им передадим. Известными этими революционерами дед или отец встречался? Да. Наш дед непосредственно служил под руководством Сюрго Орджоникидзе. Это известный революционер. И отец наш тоже там же принимал участие, так как был. Ну все. Нам очень приятно, что ваши экспонаты пополнят наш музей. Это, мы надеемся, что они послужат примером для младшего поколения. И кто-то еще о чем-то подумает, передать, да? Конечно, надеемся. Я, честно признаюсь, я сама подробно не знала об этой семье, об этой очень деятельной, интересной семье. Надеюсь, многие сейчас узнают. Я еще, будучи еще маленькой девчонкой, слышала так, да, об их семье, но не встречалась. Не встречалась, и подробно я не знала тоже. Читала статью, встретилась. Ну, нам приятно будет сочувствовать, это, участвовать в этом деле, в нужном деле для нашей страны. Вот. И поэтому... Поэтому все, что касается прошлой деятельности наших предков, наших родителей и нашей деятельности современной, мы это все будем собирать и периодически поставлять, чтобы наши поколения тоже об этом знали и учились на примере, героических примерах наших родителей. Да. Вот об этом. Все.
Если они оба имеют, вот мы же не сказали, награду они ну, оба имеют. Ну, видишь, я ждал тоже, что говорить можно. В тексте. Да. Вы мне скажите. Сейчас. За участие в годы гражданской войны наш дед Алибек Бурсугович были награждены одними из первых воинскими знаками Героя революционного... Вот он знак, второй с того края. Там он справа второй. Вон второй. Это 17-й? Напишите. Да. Ну, эти знаки... Попозже какой-то. Собираете, приберете, 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 для... Да, вот у вас тут улица есть, Джибраила Картоева, да? Вот оно, приехал с нашего пацана. Да, она сама родом откуда? Она сама из Чечни родом. Чечни? Это вот Чечнову. Это семья наша. Его не сделал. Короче, надо вот это. Самого не можно? Вот и не делай. А где он будет? На территории МВД или в магазине? Вот весь Аштеч. И состав. Вот это вот Ингушский, который там был. Вот я была про нас. Опласала вот в этот период, отец сидит. Диаметр 8 сантиметров. Мне типанация носовой перегородки через самок. Жу Холухой, я говорю, Холухай. Ну у вас же так, я говорю, да, было, вот хулилам там, Холухой, Холухой. Мои вообще Холухой. Да. Насколько он примерно идет? Репортаж. Ну, а нам оно можно попасть потом? У них все. Это вот старшая сестра Хома. Отца. Да, да, этот его татарь. И вот редкий знак, ни у кого его нет. Он ВЧК ОГПУ знак. Голова была молодая. А отец говорит, маленькую полу туда же. Молодая, как он черкесскую. Видел, видел, что ты помнишь? А вот мы и голову его. Там Холухаев чекист был. Капитан. ОГПУ. Это же очень важно, он тем более. Ну, покажет. Почетный человек. Такой взяли выпускник. Молодой вон там. Кого-то другого показывал. Родной. Вот когда он будет в этом месте. Антенну убери. А, это еще обошли. Вот видишь, я нарисовал крепость, а внизу вон всадник. Утащил у кого-то уже он заседланных коней, ведет в поводу куда-то, к себе. Сына его назвал, Любитель, да, рисунок преподает. Пост, да.
За полтора часа ему намалевал. Ничего себе, за полтора часа. Когда его спросят, вот у вас детей, он говорит, мать героиня, отец молодец. Он так. Нас нужно сейчас. Вот надо поправить. А потом еще от нас, от семьи Халухаевых, реликвии, фотографии, документы деда и отца. Вот. Я думаю, он послужит хорошим воспитательным примером для всего ингушского народа. Весь ингушский народ будет гордиться вашей семьей. Документы? Так, написанный портрет можно перейти? Тут вот орденские знаки все. Снимайте свой портрет. Портрет все снимайте. Прямо. Вот альбом боевых действий и документы с оперативными его документами по участию в войне и период революционный. Да? Да. Разверни их. Что нам остается? Тихо. Связь идет за. Да? Так он там что-то не бликовал? Мы вам очень благодарны. Спасибо вам большое за эти памятные экспонаты для вас. Они будут храниться в музее и послужат примером, как мы уже говорили, будущим и послужат чести и пусть никаких, конечно. Спасибо. Пусть народ знает еще одного мужественного своего сына. Да. Сейчас посмотрим. Это какой год? Это нет, вывод войск из Германии. А. Это еще одно преступление. Да. Да.
Так. И мы спускаемся. Вперед, видите вы? Ну, давайте. Все. Так. А я вслед хожу. Вы меня провожаете. Только не выходите. Я выхожу, а вы остаетесь. Так, ты меня не попал. Так. Вот пакет, добавь. Это картина, да. Это задумка у нас. А? Это такая задумка. Кассет, а я хочу. Кассет, а я хочу. А потом я вам перепишу. Найди. Так. Теперь снимайте всех порядок. А теперь спасибо за все. Еще раз спасибо за то, что мы ехали издалека, так звонили. И прощание. Всех вот тут. Так, Тома. А домочадцы остались за кадром. Это вот надо так, чтобы там не вот так, да, в дым не вот так, да, там, вот здесь.